Ну ладно, мы пошли, старейшина. Да. Не забывая о своей силе делать других сильнее. И с помощью нее добейся успеха. Положитесь на нас. Мы вернемся с целым состоянием. И тогда никто не будет голодать. Вот так мы и отправились в путь. А после на нас напали бандиты, и мы с друзьями разделились. Они сильны, и за их жизнь я не переживаю. Уверена, совсем скоро вы встретитесь.